Блин, у них какая-то катастрофа произошла. Я предлагаю бежать за крысами. А-а-а! Горит! Крысы, бежим! Ёб твою мать, там горит! Крысы, там горело! Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа, и мы с вами продолжаем играть в нашу белку-летягу. Нас немножечко откинуло, к сожалению, потому что, видимо, плохо сохранение сохранилось, но мы с вами продолжаем лететь за вот этим вот хером, который украл мою сестру и мою мать. Я и так белка-сирота, у меня нету никого, ни кола, ни двора, батька вообще сдуло в самом начале игры, это вообще, это нечестно, это нечестно. Так, а куда мне прыгать-то? Тихо. Я хочу жить. Опа-на! Так, надо съесть гриб. Куда ты? Ты что, глупый, что ли? Ешь гриб. Да и гриб ешь! Схавай гриб! Красава, захавай гриб. Во! Вкусняшка, буена. Вообще, мне кажется, наверное, белкам не очень, ну, есть, типа... О, бамбук. Грибы? Потому что, ну, это странно. Белка, которая жрет грибы, она должна есть орехи. Так, ты чё? Куда дальше-то идти? Вижу, грибные поляны мне показывают, куда идти. Ладно, я вроде бы нажрался. А я допрыгну? Допрыгнула. Хорошо. Ягода малила, меня к себе манила. Ягода малина, ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Но вкусно. Так, а тут какая-то тонкая дорожка. Не нравится мне эта болотистая местность. О, малинка, сожри малинку. О, какая вкусная малинка. Вот малина, не грибы жрать. Эти грибы, они потом, знаешь, это, желудок от них болит, крутит. Крутит мой белый чижелудок. Я могу сказать, что это моя любимая еда. Так, куда идти, да? Так, поехали. Я спасу свою мать, перемать. Ёб твою мать. Так, тихо, не надо. Я хоть и белка, но я не белка-плавчиха. Опа, опа, опа. О, сука. Куда? Ты чё? А ну стоять! Моя бабка. Блин, бабка утонула. Сука, это все из-за тебя, сраный геккон. Геккон. Ты мой. Я тебя съем. Вот сраный геккон, из-за него бабка упала в воду и утонула. Теперь ее не... Ой, нет, спасибо. Там пауки на моих бабках сломались, ты видал? Давай, прыгай. Нормально, живем, ползем. Так. Прыгай. Хоп. Нормально. Далеко ползем, далеко уйдем. Это кто? Кузнечик? Вот тебе и человечек. Куда ты? Что ты делаешь? Не, конечно, прям белка-профессионалка. Где моя мать? Ёб твою мать. Вот никудышная мамка у меня. Бросила детину. А детина один. Это кто? Жук? Ля, это ж уколень. Я слышу. Мама, я иду. Беги, жук, сегодня твой счастливый день, я тебе не съем. Радуйся, возрадуйся. Так, куда мне теперь прыгнуть? Ну куда ты иди? Малинку съешь. Ничего, мы сейчас спасем мою мать и сестру, всех спасем. Опа. Ой-ой-ой! Фига оно тонет. Так далеко эта орлиха, козлиха живет. Кажется, эта разрушающая конструкция никогда принадлежала вопч. Посуму следует пробежать мимо как можно быстрее. Жизнь его близких висит на волоске, нельзя терять ни минуты. Да, блин, мне кажется, уже все давно потеряно. Давным-давно. Так, а дальше куда мне? А, во. Так, я что, я тут в первый раз, я не знала, как... Теперь сюда. Ну, нормально, мы справляемся пока что. Со сложностями. На кувшинке. На кувшинке. На кувшинке. Мама! Так, а куда дальше, я не пойму. Наверное, за грибами. Вот сюда, скорее всего, да? Да, тут мы еще не были. Мама, сейчас я гриб поем. Мне кажется, я останусь посумом сиротой. Потому что, ну так искать своих близких могу только я. Поехали. Та-та-та-та. Та-та-та. Быстро нажимайте, чтобы порвать провод. Да, я умею прорывать провод. Меня учили.
Блин, вот, конечно, приключения у бедной белки летяги, представляешь? Батька сдуло, мать украли, пожрали. Вообще, бедное дитё. Так, мне сюда, да? Поехали. Ой, оно тоже наклонялось. Здесь все какое-то на соплях. Реально, оно все тонет. Зачем оно тонет? Не надо, не тони. Ты что? Ты что, тонешь, чтобы тонуть? А-а-а! Да ты посмотри, реально все тонет и тонет. Так, ладно, я спасу свою мать. Куда? Все, надо съесть грибочки, а то как бы надо восстанавливать свое здоровье, свою шкалу счастья и голода, а то потом есть захочется, а еды не будет. Надо как бы кушать. Мы пока растущий организм, у нас повышенный метаболизм, поэтому как-то так. Ничего, мама, я сейчас приду. Во! Видишь, как хорошо идем? Даже никто нам не мешает нашу мамку спасать. Мама! Я иду. Интересно, мы мальчик или девочка? Так, и чё, куда дальше? Ты чё? Ты чё так сдулся-то? Господи. Все, поползли. Мама, я иду. Мама, я почти пришел. Я сейчас этому орлу жопу надеру. За тебя и за Машку. Так, а дальше куда? Ага. Блин, офигеть тут, конечно, коммуникации, люди. О, крысы. Слушай, а вот это нормальные крысы. Не радиоактивные. Может, они дохлые? А это не крысы. Это енотики. Кто-то убил енотиков. Бедные енотики. Кто устроил геноцид енотиков? Зато живы эти крысы, блин. Живее всех живых в подвале там сидят. Блин, за что енотиков? Дальше куда? Извините, я не поняла, куда дальше. Все, вижу, иду к цели. Я иду. Как долго же мы пытаемся найти нашу мать? Конечно, ее увезли, я тебе хочу сказать, знатно. А можно на вот этот сук залезть или не надо на сук? Наверное, лучше на сук не надо. Вот грибы надо пожрать. Потому что моя шкала питания начинает стремительно падать. А грибы, они как бы немного восполняют мне счастье. Ой, тут прям все горит уже. Тут прям все костром уже можно шашлычки, сосисочки, картошечку. Огненные вихри, иногда называемые огненными смерчами, завихрение пламени или огненные торнадо образуются из-за турбулентных потоков ветра. Во время... я понял, мне нужно лететь сейчас на эти штуки, да? Боссу придется постараться, чтобы не оказаться в плену стихии и избежать ее разрушительных последствий. Да я малыш! Почему на меня все это свалилось? А, это кто? Это медведь там был? Медведь! Медведь! Куда? Идиот! Ну нет, сейчас заново, ну кому? Ну нет! У меня так все было хорошо в жизни! Ну ёб твою мать, посум! Ну посум! Нет! Как тупо мы упали, как тупо мы сдохли! Ух, конечно, пол хп мне, спасибо! Да ты чё делать-то будешь? Там камень. Мне мешает камень. У меня слишком большая голова для этого камня, понимаешь? Слишком много мозговой активити. Так, хорошо, я понял. Ты куда ты, ёб твою мать? Посум, херосум! Ха! Сука. Только не падайте, пожалуйста. Там вон олени, кокосы, бананы. Главное больше не подыхать так. Так, а куда мне дальше? Подождите-ка. Чё это вы мне предлагаете? Прям туда, что ли? А-а-а! Прыгай! Прыгай! Прыгай, олень! Прыгай, олень! Да еб твою мать! Олень! Он умер! Он умер, но пытался выжить. Он пытался плыть. Это белка-пловчиха. Тихо, не шевелись. Вроде бы держимся.
Да иди ты нахер! Олень, олень, олень! Я не понимаю, что делать, куда прыгать? Что за бред? Бегать, прыгать, крапкаться. Я поняла, ты что, ты меня за идиота, что ли, держишь? Я просто поглопаю. Я не могу пройти сраные камушки. Моя проблема... О, сохранилась. А потому что я не хочу вот этого вот. Так, подожди. Куда? Пошли нахер! Там крокодилы меня пытались схавать. Никаких крокодилов. Куда ты? Подожди. Это нормально, что я типа это так? Мне кажется, мы что-то делаем не так. Давай, 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 давай. Опа! Только нахера мы тут? Не ясно. Но все равно прекрасно. Может быть, я что-то не то делаю? Подождите, может быть, я тут была? Просто нету клавиши. У меня уже посум такой устал. Он думает, ты что, ты долбанашка так делать вообще? Ты вообще нормально? Алло? Алло, не алло? Да не, не, все правильно. Там, вон, видишь, машина. Мы машину с вами не видели. Значит, мы все верно делаем. Малинку надо поесть. О, малина сколько восстанавливает хп. Ну-ка, дай-ка еще съем малину. Я малина золотая. Золотая жила ваша малина. Так, прыжок. Мультики. Да. У него плохие новости. Небольшой кусочек мозга. Зачем? Что все мы можем вернуть сюда, чтобы жить на земле. Нифига себе, нормально у них тут. Так, и куда же мне дальше? Эти голограммы были записаны о поэт Гамильтон и Адам Масуке. Усука. Так, подожди, но меня почему-то не показывается, куда прыгать-то. Почему мне не показывается, куда ехать? Я не понимаю. Да куда ты, ёб твою мать, опоссум? Во. Так, подожди, дальше куда? Ну, судя по грибам, мне вон туда. Но я не доплыву. Я не доплыву. Почти доплыли. Почти стали белкой-пловчихой. Можно идти на спортивные эти самые беличьи бега. Я не понимаю, почему она не работает. А, мне сюда надо было подняться все это время? Волки, это стайные хищники, продолжают рыскать по острову в поисках пищи. Нажмите R, чтобы найти укрытие. Какое укрытие? Это не укрытие. Так я вроде в укрытии. Мне нужно держаться в зеленой траве, я так понимаю. А, ну волк это не паук. Не паук, и ладно. О, малинка. Нам просто надо перебегать от, короче, от куста к кусту, чтобы миновать волка. Блин, серьезно? Вы мне предлагаете вот так вот бегать? Мастер выносливости. Спасибо. Я мастер-фломастер. Тот еще фломастер. Умный к волку не пойдет, умный волка обойдет. И это мы. Я поняла, что нам сюда. Но мы ж не хотим, чтобы волк нас с тобой поймал. Вот и все. Теперь мы с тобой в относительной безопасности, в относительном спокойствии. Идем по грибами. Где? По грибки, по грибки. Куда нам пойти? Вот сюда идем. Хорошо. Удобно, когда грибы указывают путь? Серьезно? А уверена, что это хорошая мысля?
А-а-а! Неплохо. Тут какая-то вон это есть. Штучка. Вот она. Ну, поведай нам. Хорошо. А, это крысы. Ля, бегут крысы. Ай! Не сбивай меня, крыса. Блин, у них какая-то катастрофа произошла. Я предлагаю бежать за крысами. Горит! Крысы, бежим! Ёб твою мать, там горит! Крысы, там горело! Кажется, мы услышали нашего козла, который мою мать схватил. Чё, мы спасли нашу мать или нет? Хищная птица атакует. Shift. А! В смысле? Я нажала Shift. Я нажала Shift, подожди. Нам надо сейчас убегать от этой птицы. Мамки ей моей, что ли, мало? Она захотела еще? Давай, шифти. 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 Да Shift! Давай, беги. Беги. Ёб твою мать. Беги! Господи, мне не нравится бежать таким ракурсом. Мне нравится. Не нравится мне так бежать. Я, конечно, понимаю, что это инстинкты хищников и всякое такое, но я не хочу. Это она меня хочет съесть. Я не готова. Я хочу жить. Я еще молодой посум. Поменяйте камеру на нормальную. Мне неудобно с такой бегать камерой. Боже, давай, моя маленькая белка, беги. Мы не дадим себя съесть. Нам надо еще мать спасать, эту перемать, никудышнюю мать. Что опять? Что? Что? Да беги. Господи, тут опять все поменялось. Но мы вроде бы сбежали от нее. От этого конюка. Пожрать нас ему захотелось. На острове полно хищников и других угроз. Летающему посуму остается лишь надеяться, что обостренное чутье поможет ему уцелеть на финальном отрезке пути. О! Ну, пути меня давай. Так, поехали. Найти идеальное укрытие. Да я умею находить идеальное укрытие. Меня мамка научила. Меня мамка научила. Меня мама хорошему только учила в этой жизни. Волк все ближе. Да, волк тупой. Он, смотри, я у него тут хрумкая, он меня даже не слышит. А он весь в крови, кстати, сидит. Он кот сожрал. Я поем грибов, пожалуй, с вашего позволения. Это все грибы. Малинку, малинку надо закусить. Малинка прям дофига прибавляет. Еще малинки. Так, давайте вот сюда, пока здесь нет волка. Ха! Волчара позорная. Мы все надеемся, что нашему посуму... Ой-ой-ой, назад. Удастся совершить невозможное. Его путь к семье служит путем к спасению. Надеюсь. Так, это вот сюда нам теперь. Спокойно, мы справимся. Да ёб твою мать, ты чё? Как он меня увидел? Сраный говноволк! Он меня не мог увидеть, я там стоял как ниндзя. Ух, путем к их спасению, конечно. Будущее всех видов на планете зависит от того, насколько успешно наш малютка Позум преодолеет преграды. Какие преграды? Вы чё? Нормальные вообще? Так, все, мы здесь. Все хорошо. Так, давайте сразу в следующий куст. Ах ты, скотина, попалась, а? Короче, я поняла, куда идти, но я типа так хотела по бырику пробежать, думала, сейчас как пробегу, сейчас как... Покажу им, кто им здесь такой крутой посум, это я, самый крутой посум. Так, тихо. Перед нами удивительная разновидность дуба, обросшего со всех сторон. Может ли это быть тот гриб или грибной дуб, о котором говорил пропавший следователь Апвенте Гамильтон? Может быть. Неужели перед нами Куэртус Фигни, или как его назвал пропавшая исследовательница по имени Апулейт Гамильтон Грибной Дуб? Если так, то мы на пороге грандиозного открытия. Мы должны спасти мир, что ли?
Так, ну к волкам я снова не пойду, поэтому волки идут в жопу. А мне нужно найти поесть. Ты кто? Что это, жуки? Жуки? Что это? А, это убежище, наверное. Ну-ка. Я понял. Как выйти теперь отсюда? Ребята, мне бы выйти теперь отсюда, спасибо. Так, я так понимаю, что нам нужно вот по этой фигне сейчас скарабкаться. Но мне бы, конечно, бы покушать бы очень сильно хотелось что-нибудь. Но, судя по всему, тут нихера нету. Ага, я вижу свою дорожку из грибов, я иду по ней. Вижу такой обессилевший опоссум. Ни бабочек, ни жучочков, ни мотылёчков. Вспомните, как прекрасно начиналась эта игра. Мы, наша мама с сестренкой или с братиком, бабочки, ящерки. Теперь один только ужас и кошмар. Все, вот взрослая жизнь, она выглядит примерно так. В детстве такой малыш-малыш, тебе там бабочки, цветочки, а потом начинается вот такая вот жопа, и все, и ничего ты не сделаешь. Придется терпеть, придется страдать, придется вот на это все смотреть и терпеть. Вполне возможно, что это грибной дуб единственный в своем роде. Но теперь он охвачен огнем. И его кора сгорает вместе с нашими надеждами исследовать свойства этого диковинного дерева. Да хер бы с ним. Я опоссум, я белка. Юный опоссум еще не попал в столь отчаянное положение. Его семья оказалась в плену на верхних ветвях тлеющего дуба. Но нашего малыша это не остановит. Конечно, я решим. Мама! Мама, я тебя люблю. Мама! Мама, я тебя спасу! Мама! У-у-у! Мама меня потом такую меня вообще поймает штуку классную, что ни у какого опоссума в школе такого не будет. Мама меня отблагодарит по полной. Все наследство на меня перепишет, потому что я хороший сын. Не. Так. Ага, понял. Не понял. Дебил! Сгорел! Он сгорел! Тихо, держись нафиг. Не надо больше дохнуть. Больше мы в этой игре не умираем. Давай, давай. Мама! Я сейчас приду. Мама, налови червей. Я голодный, писец. Я надеюсь, мама меня покормит. Потому что если не покормит, ну это очень паскудно с ее стороны. Опа. Не, ну вряд ли меня мама покормит. Она там сама на стрессе чуть не сожрала дикая птица с маленьким малышом. На самом деле малыша могла бы и выкинуть. У него было бы больше шансов на выживание, если бы она его выкинула. Как у меня. Смотри, какая самостоятельная белка выросла. Ни одна белка летяга не настолько самостоятельна, как я. Так, и где моя мать? Ёб вашу мать. Да иди ты, не гори! Да я поняла, что стоит избегать. Иначе я сдохну. Но у меня варианта не было. Мне бы похавать чего? Реально бы похавать. Куда дальше-то? Ага, на гриб. На гриб. Мама! Я почти умер. Но я буду продолжать идти вверх только ради вас. Бляха, мне кажется, пахнет финалом, если я не сдохну от голода. А я сдохну сейчас от голода. Не, я должна. Я должна продвигаться дальше за свою мать, за свою семью и за все остальное следующее. Блин, мы так долго по этому дереву поднимаемся, что капец. Мне кажется, оно не должно быть таким большим. Или оно настолько огромное. Так. Ага. Да куда ты, дебилой, да кусок! Идиота кусок! Ну куда ты прыгнул? Объясните, пожалуйста. Нормально же общались. Нет, надо было сигануть. Хер пойми как.
Я не понимаю, почему нету кнопки? Я как должна расценивать расстояние до этого сраного трухлявого пня, который колышется туда, как чья-то махня между ног? Во, появилась! Наконец-то она появилась! А то до этого ее не было, блин. Хрень тупая. Так, посум, не смей мне только свалиться тут. Во! Все, поползли наверх. Эй, это что с грибом сейчас было? Гриб меня решил атаковать? Слышь, гриб, не пошел бы ты нахрен. Так. Дальше куда? Сюда вниз? Вы уверены? Ёб твою мать, сраный жареный кусок опоссума. Реально, жареный опоссум. А, вон туда! Но откуда мне было знать? Я вообще не видела. Надо внимательно здесь осматривать все вот эти вот штуки по кругу прям, потому что иногда решение может быть вообще не... Ну куда ты, что ты, зачем ты на раскаленную лаву пошел? Ты не йог! Мама! Мама и сестренка нашего посума, они еще живы! Так, ушел нахер. Так, ты, курлык, ёпта, иди нахер отсюда, иди яйца свои уноси. Бляха, ты чё, мне с тобой драться? Ты чё? А-а-а! Идиот! На! Я тебе откусу голову, сука! За мамку и двор стреляю в упор! Кусай его! Откусывай ему мозг, грызи! Я белка-хищник, сук! Да держись ты, дурак! Давай, давай, бей его! О, сука! Я тебя съем, тварь! В смысле, он меня убил? Вставай! Пошел нахер! Мамка, давай! Мамка! Только не умирай! Мамка! У тебя еще есть ребенок! Да иди ты нахер! Продолжайте атаковать! Да какой атаковать? Я улетела в закат, вы че? Какой атаковать? У меня там это, сущности закона, это самые непонятные штуки. Я улетела нахер в космос. Полетела. Так, ты жопошник, давай. 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 Хоп, хопана. Мама, давай, кусай его. Мама, кусай его. Отлично. Так, ты сраный голум. Хопана. Нана. Сраный ты хомункул. Куда я пропадаю в него, я не понимаю. Как будто... О, все плохо. Ой, все плохо. Иди же, твое. Давай, кусай его. Нормально, мы и выиграем даже так игру. Даже пропадая в текстуры, мы выиграем. Это все из-за моей мамки, я уверен. А? Получила птица? Сейчас еще мелкая присоединится. Вообще охереешь. О, а малыша-то не забыли? Так, нажимайте быстро, чтобы нажимать, чтобы напасть. Так, нажимайте, чтобы напасть, нажимайте, чтобы напасть. О, сука! О, сука! О, сука! Сраная птица, клювокрыл несчастный! На, я тебя буду атаковать! Отдай мою семью! Это моя семья! Заведи себе свою семью! Верни мне батю! Где мой батя? Нажмите, чтобы прыгнуть. А где я вообще? Мама, прыгай, ёпта! Нет! Мама! And so the mighty bearded vulture falls into the flames, and with it, our Joe's beloved mother. Вся игра просто... А моя мама! Ладно, пошли хотя бы... Нет, еще и сестру! Нет! Нет, хотя бы сестру спасти надо! Господи, жестокая игра! Беги нахер! Беги! Беги, да иди же, твою мать! Ты что у меня? Что, игра с игрой? Шашлык, что с игрой? Зачем мне теперь жить? Спасите свою сестру. Так, Машонка! Квашонка рулит! Я бегу! Иди сюда! Бежим! Господи, я хотя бы тебя спасу! О, боже, я теперь без матери и без отца! Господи, сироты казанские!
Куда ты полетел? Я вообще-то подросток. Иди сюда, ты маленькая срака. Может быть, надо в вихрь залететь, я не знаю, сгореть заживо, уже с жертвоприношения устроить. Уже всех потеряли, в чем смысл? Прыгай наш. Я не знаю, куда лететь здесь. Какие-то постройки. Жареный посум. Жареный посум. Блин, жареный шашлык из посума. Я не понимаю, куда лететь. Голубой свет. Голубой свет. Это батя прилетел на суку, пожалуйста. Скажите, что это батя. Это батя. Подожди, это что, батёк? Батёк, прячь, сука. Он опять улетел. Иди, какого хера, сука. Он прилетел и опять улетел. Да что у меня за отец такой? Летчик, сука! Или это моя сестра улетела? Хер их разбери, летают как эти, не пойми кто. Белки, блин, летяги. Это кто? Может, это мать была? Я уже не знаю. Но на батю было похоже. Надеюсь, что это был батёк. Во! Это точно батёк был или матёк? Блин, у меня теперь ребенок. На остров спасения возвращается покой. Наш малыш с сестрой отдыхают на берегу, наслаждаясь ритмичным шорохом волн. Хотя посум пережил трагическую утрату матери, он стал мудрее и сильнее не по годам. Преодолев бесчисленные невзгоды, хоть это и казалось невозможным, наш малыш должен вновь бросить вызов испытаниям, которые уготовил ему этот остров. В конце концов, сестренка зависит от него, и он не может ее подвести. А пока этот замечательный зверек смотрит на горизонт, восходящее солнце дает нам надежду на новый дом и рассвет новой цивилизации. Все, это конец игры. Это значит, мать была. Что все так кончилось. Где ребенок? Бляха, ребенка потеряла. Ты че? Залази. Я, конечно, понимаю, что никудышняя мать, но я подросток вообще-то. Залазь на меня, идиота кусок. На меня залезь. Тупой ребенок. Приплод мне этот ваш не нужен. Дали мне... Давай, садись. Ну, придурочный. Да садись. Ну, короче, ребят, че? Прошли мы с вами игру, мы остались сиротами казанскими. Ну, вот такая вот история. С тебя лайк, с тебя подписка. И уже очень скоро увидимся. Пока.